Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Алексей, давно с вами не виделись. Ну как мы выглядим? По-моему, неплохо. И вы, и я. Да? Спасибо. Нет, слушайте, я думаю, вообще, вы шикарен, я скажу вам. Мне посвятите какое-нибудь стихотворение ваше? Ну я постараюсь, понимаете, я же не могу это делать. Так, это делается экспромтом. Вот почему вы, кстати, стали? Вам помогли? Десятку сегодня бежала я. Была рада от конца до начала я. Вот так. Вот так это отлично получилось. Правда, от конца до начала. Для вас это что? Личный рекорд? Да, вы знаете, да. Это хоть раз бегали раньше десятку, честно? Знаете, дело было очень давно, 8 лет назад аж. Где? На чемпионате? Нет, где нет, это была спартакиада молодежи, по-моему, в Саранске. Тогда, да, да, вы же не помните, наверное, да? Почему нет, я помню. Помните? Сколько я тогда? Помню, какой тогда был результат? 35.08. А сегодня, по-моему, 33, да? Что там, 33, почти 34, 35. Ну, нормально, но все равно как бы. И погода была сегодня не такая же фонтанная. Ну, как бы, работаем с тем, что есть. Ну, как, кстати, вам сам стадион? Сама дорожка нормальная? Вы знаете, хоть десятка долгая дистанция, но как-то оценить я не успела. Я что-то в своих мыслях была, поэтому... Не думали ни о стихотворении, когда выступали, не отвлекало вас? Нет, вы знаете, у меня был с собой внутренний монолог. Так. Все выдержать как бы это, да? Ну да, прежде всего не физически, а, наверное, головой. Наташа, а почему вы вот, у вас в этом году такое, как бы, творение вышло, что вы стали писать стихи? Для меня это необъяснимо, Алексей. Не знаю, вот это, наваждение какое-то, что ли. Но она вам помогает, вот честно говоря, вот именно в спортивном плане? Ну, мне кажется, да, это так разгружает психологически. Вот, хорошо, как результат? Вот у вас сегодняшний, если оценить результат, это, я так понимаю, для вас была как бы тренировка, правильно? И вы как бы показали себя, то есть как вы сами чувствуете, что вы готовы в этом году хорошим результатом на вашем любимом, по-моему, у вас, по-моему, 3000, по-моему, 5000, да, по-моему, у вас? Стипль. Стипль у вас любимый, да, 3000. Готовы? Я сделаю все, предложу максимум своих усилий, да, чтобы показать личный рекорд и достойный результат. То есть у нас как бы там пора, мне кажется, на 3000, пора опять возвращать на наши... Подиумы, наши лучшие результаты мирового топа. Мы работаем над этим. В этом году вы где отдыхали? И сборы где проходили? В Кисловодске в основном? Я просто следил за вашими сборами. Сборы или отдых? Что вы имеете? И отдых, и сборы. Ну, отдых традиционно я провожу дома, да, у себя на Дальнем Востоке. Сборы у нас были в Кисловодске, в Киргизии. И нигде пока не выступали? Это первый старт? Да, вот. Пока весной, вот первый, да. А что вам тренер сказал вот по сегодняшнему выступлению? Что ты сказал? А еще мы пока не успели поговорить, поэтому вы первый, кто меня выхватил. Так. Ну, не считая инспектора доп. Контроля. А инспектор все-таки вас выхватил да, уже? Да, с удовольствием. Ждала я его, очень да? рад, конечно. И вам документ даже дали? Вот, по-моему, какой документ, вот все, он есть. Как... То есть все строго, доп. Контроль да, строго, конечно, все. Конечно, да. Все будет, а вот и тренер, по-моему. Это не ваш тренер, случайно? Это наш тренер. Да, вы довольны? Доволен. Установка выполнена? Точно? Почти выполнила, все хорошо, так что дебют прошел, немножко так получилось, что бороться не с кем, может быть, кто-то бежал поближе, было бы интереснее, но все впереди, сезон-то весь только начинается, любимая дистанция, стипльчеза. Ну, будем следить за выступлением Натальи. Удачи да, вам. Спасибо, я тоже люблю иногда писать стихи, но я еще рэп читаю иногда, да? Но, может быть, вместе мы с вами как-нибудь чем-то сочиним? Все возможно, да. Дуэтом выступим как-нибудь? Все возможно. Я не очень музыкальный человек, но... Я тоже, у меня вообще слуха нет, но иногда пытаюсь. Хорошо, удачи вам, вы молодец. Спасибо вам большое, то, что вы так подарили зрителям. Видели, как зрители болели за вас, да, как бы. Да, очень приятно. Не только за Лену, но и за вас болели. Было всего двое, да. Лена Коробкина показала замечательный бег в одиночку. Ну вы тоже в одиночку тоже вам замечательный бег показали. Да, спасибо. На свой уровень вам выступили просто блестяще. Да, вы просто молодец. Спасибо. Удачи вам. Так держать и надеюсь, это будет не первое наше интервью в этом году. То есть первое, но не далеко не последнее. Спасибо, да. Удачи вам, чтобы были такие счастливые, радостные поводы. Благодарю вас. Спасибо вам большое. До свидания. Супер.